Во всех без исключения общеобразовательных учреждениях и детских садах сейчас проводят косметический ремонт учебных и групповых помещений – холлов, коридоров и лестничных маршей. Проводится и капитальный ремонт нескольких учреждений образования. В этом году на ремонт и оснащение школ и детских садов направлено более 480 миллионов рублей. Выделено большое количество средств из муниципального бюджета, краевого бюджета и плюс небюджетные деньги. Ремонтируем спортплощадки, стадионы, ремонтируем спортивные залы, пищеблоки, кровли. На это делаем акцент. Говорим о безопасности, поэтому ремонтируем ограждения. Вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году находится на особом контроле главы курорта. Во всех школах уже установили системы речевого оповещения. И в обязательном порядке перед началом учебного года все школы и детские сады получают паспорта безопасности. Глава города определил срок, к которому все школы и детсады должны быть готовы к новому учебному году. Это 15 августа. Обязательно сделать так, чтобы входные зоны внутри зданий сооружений у нас был полный порядок. И то, что мы планировали сделать, обязательно все это организовали. Плюс все управление максимально мониторит все мероприятия в каждом образовательном учреждении, чтобы мы для себя не поставили цель максимально все сделать за оставшиеся месяцы. Добавлю, что глава курорта поручил также оказать помощь детям из малообеспеченных семей и помочь им с приобретением школьных принадлежностей.